Химках продолжают борьбу со снежной стихией. Коммунальщики работают в усиленном режиме. Глава округа Дмитрий Волошин лично контролирует качество уборки снега и доступность инфраструктуры для горожан. В Новых Химках вместе с представителями профильных служб проверили ход работ. Порядка 15-20 человек ручной уборки. То есть это только на этом дворе. Ну просто люди, видишь, с колясками по проезжей части едут, за то, что тут проехать. Ну поэтому сразу тротуар сейчас, а потом уже дальше парковки. К уборке улиц привлекли все доступные ресурсы, техники и персонала коммунальных служб. Ситуацию осложняет температурный режим, однако работа не останавливается, несмотря на морозы. Убирает город 1000 человек, 800 из которых это во дворах, 200 на дорогах. В первую очередь мы убираем остановки, подъездные пути к социальным объектам, дороги общего пользования, автомобильные дороги. По словам мастера подрядной организации Александра Суворова, ситуация с уборкой в Новых Химках на постоянном контроле. Техника новая, хорошая, вывозим большими КАМАЗами. КДМ, машины посыпающие, улицы тоже новые. Соль в достатке проходит все. Сейчас работают 22 единицы. Техника вышла вся на улице. Заместитель главы Химок Николай Батышев рассказал, на каких участках возникают сложности для работы коммунальщиков. Самый проблемный участок – это, наверное, дворовые территории, потому что большая запаркованность, и в связи с этим технике очень тяжело заезжать. Ситуацию выравниваем. Было тяжело, залповый сброс. Сейчас выравниваем дополнительной техникой, техникой подрядчика. Подмосковье продолжает удивлять количеством осадков в этом зимнем сезоне. Пока в Химках продолжается уборка снега, специалисты рекомендуют автомобилистам соблюдать скоростной режим, а пешеходам быть осторожней. Елена Тараненко, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.